Hello, всем привет, дорогие друзья и гости канала. Сегодня с вами вновь в игре Фермер Симулятор 17 на карте Анискина, карта от Игоря Емельянова. На момент записи видео карта находится в привате. Ну и мы с вами продолжаем развивать здесь нашу карьеру. Вот, отправляемся двумя тракторами вносить удобрения. Ну, точнее, один трактор будет вносить, а на другом, как вы помните, у нас МТЗ-82 с прицепом, с поддонами этих самых удобрений. Вот, едем на 10-е поле, которое убирали и сеяли совершенно недавно, да. В прошлой серии мы его засеивали, ну и последнее поле из убранных нами. Ну и также у нас созрели два поля, вот здесь вот получается первое и второе. Сегодня мы тоже их будем убирать, но сначала отправляемся и приступим к внесению удобрений. Бункера, видите, распределителя, разбрасывателя пока не стал наполнять до конца. Так, давайте подожду трактор под управлением Николаевича. Все, приехал, поехали. Так, ну и поехали потихонечку. Давайте, наверное, может быть, даже к обочине прижмусь. Вот так поедем, пропускать будем трафик, особо не будем мешать. Вот, денег у нас, в общем, сейчас в хозяйстве совсем нету. Осталось там 400 евро. Еще висит на нас кредит. Поэтому я думаю, что сейчас будем убирать урожай, сразу возя его на продажу. Ну и, наверное, все вывезу запасы. Хотя посмотрим. Может быть, запасы пока трогать не буду. Сразу буду просто возить свежий урожай на продажу. Вот, потому что спросов так никаких интересных не появилось. А развиваться, покупать новые поля и новую технику хочется. А для того, чтобы все это реализовать, нужны средства. Даже хотя бы виртуальные, да? Так, едем. Ну, то нас обогнать не может. Так, ладно. Готовимся поворачивать. Надо, кстати, на разбрасыватель, да, тоже фары прилепить, как считаете. А то, блин, не видно, где там моргает поворотник. Так, поехали. Все, можно поворотник выключить. Как я хочу еще вот это 11-е поле. Но стоит оно бешеных денег. У нас, кстати, смотрите, уже первые небольшие всходы пошли. Это замечательно. Так. Так, сейчас подождем, пока подъедет Николаевич. Так, ну и все, едем с вами разбрасывать, пусть он там пока стоит, курит. Вот не знаю, насколько нам хватит этого бункера, ну точнее того количества удобрений, которые в нем находятся, ребят. Так, ну что, поехали, да?
Так, ребята, сижу уже в нашем комбайне. Давайте запускать двигатель. Так, пуск осуществлен. Вот, знаете, что хочу посмотреть? Сможет ли наша жатка, которая у нас сейчас есть, убирать? Так, давайте смотрим, да? Бобовый может убирать. Это хорошо. Ну что, поехали тогда убирать. Все, двигаемся потихонечку. Сейчас поработаем немного на комбайне, потом уже будем работать на зеле. Тоже заведем. Ну и будем возить. Посмотрим, правда, точку сбыта пока никакую не выбрал. Я думаю, будет видно чуть попозже. Сейчас как будем наполнять. Вот. Ну и посмотрим. Так, на хотя бы такую мнимую, можно сказать, урожайность этих бобовых. Как быстро будет наполняться у нас комбайн. Ну и как сможем мы, так скажем, по времени успевать возить урожай на продажу, чтобы комбайн у нас не простаивал. Так, давайте я сначала край пройду. Вот здесь вот, чтобы подальше от дороги. Так. Просто в этом будет удобство потом работать и разворачиваться, не заезжая на дорогу. Так, включаем. Погнали. Очень атмосферно вот так вот убирать, да, из с видом от первого лица. Особенно тут так хорошо жатку видно, она маленькая. Вот, блин, ну, я думаю, пропустил. Хотел только сказать, что возможны пропуски. Нет. Но атмосфера, конечно, добавляет очень. Именно уборка с видом от первого лица. Так. Сейчас еще рядочка 2-3 так пройдем. И уже тогда посадим Алексеича. Пусть он убирает. А мы с вами пойдем заведем ЗИЛ и приедем его разгружать. Так, погнали. Жатка маленькая, такая узенькая. Конечно, производительность у нашего комбайна низкая. Планирую тоже в будущем взять еще комбайн. Пока не буду говорить какой. Пусть это будет такая интрижка небольшая. Вот. Но комбайн будет. Но прежде всего, конечно, надо купить поле. Обязательно купить поле. Третье небольшое, которое тут недалеко, он там за Анискино находится. Так. Разворачиваемся. И идем в ту сторону. Включаем, погнали. Блин, пропустил, нет? Нет. Плохо видно край. Ну, в реальной жизни можно так поближе сесть, да. Хотя вроде в FS 15 был какой-то мод, который позволял регулировать камеру. Так, ну сейчас тогда еще получается один проход в обратную сторону сделаю. Чтобы комбайнеру Алексеевичу потом спокойно можно было разворачиваться без проблем. Так. Ну и идем с вами за зелом. Тут совсем чуть-чуть вниз спуститься. Так, все, Алексеевич погнал. Вот, ну а мы с вами топаем за зелом, ребят. Сейчас заведем, накачаем воздух и приедем сюда. Так, подходим. Наш красавчик, что тут масло не накапало? Не, вроде все нормально. Так, садимся. Запускаем мотор. Ну и все, сейчас пока подкачаю воздух и тронемся с вами туда на поле. Так, ребят, поехали. Видите, воздух накачал.
Так, вот надо в бугор чуть побольше газку нажать. Кстати, я накрутил на нем карбюратор. В принципе, должен сейчас ехать чуть пошустрее. Ну, уже видно, да, что он в бугор, в принципе, чуть-чуть пошустрее забирается. Вот тут, правда, такой бугор, конечно, он опять сел. Но мне кажется, что это все-таки все равно ближе к реалу, потому что, ну, реально такой вот... Если у нас КамАЗы, в бугор там 6-процентные еле-еле забираются груженные, то для зила, в принципе, это тоже нормально. Так. Тормозим. Так. Ну и ждем наполнения бункера комбайна. Так, ребят, все, один бункер полный. Ну, сколько он тут прошел раз, получается? Раз, два, три, четыре. Ну, это, наверное, шестой или пятый проход, да. Ну, не знаю, сколько. Машину две хотя бы убрать, этих бобовых с поля. Было бы замечательно. Так. Ну, давайте, наверное, сейчас разгружу. И по один рейс мы сами проедем на комбайне. Уберем, наберем, точнее, бункер сами. А потом опять продолжит работать у нас Алексеич. Так, ребят, полный. Подъезжаем на зиле. Платим зарплату рабочим и уже ушли в минус, там где-то в 130 евро. Но это, в принципе, не так страшно. Сейчас отвезем урожай. И все, в принципе, должно нормализоваться. Так. Красота какая, да? Эти бобовые, как это текстура, как у рапса, только светлая, да? Так интересно смотрится, или как у, допустим, не знаю, сушеной этой кукурузы. Так, ладно, давайте смотреть, куда же мы сможем отвезти наши бобовые по хорошей цене. Так, смотрим, получается станция. Станция, это, я так понимаю, ЖД, наверное. Магазин, депо. Ага, значит, мы не сможем. Это надо на поезде везти. Но пока сейчас не буду заморачиваться. Поезд мы тоже как-нибудь с вами используем. Тогда повезем на транспортную компанию. Давайте поставим меточку. Где у нас транспортная компания? А, ну туда же, короче, на дальняк получается. Ну, поехали потихонечку. Так,
Все, едем на транспортную компанию с вами. Пусть он пока работает. Ну и заодно сейчас с вами посмотрим, успеем мы слетать туда-оттуда до остановки комбайна, наполнением бункера. Так, поворачиваем. Ну и погнали. Сейчас ЗИЛ попробуем разогнать до 90. Груженный по прямой, в принципе, должен 90 пойти. Там машина едет. Сейчас не будем рисковать. Так. Поворотником показал. Это то, что он поворачивает. Точно они показывают поворотником. Прикольно. Так, выезжаем из Анискина. Давай, 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 в бор. Все, едем дальше. Смотрите, там такой столб нам показывает, куда ехать. Интересно. Так, набираем скорость. Ну и обгоняем. 60. В бугор. В принципе, сел, но не сильно. Блин, какие тут поля, столько урожая. Жалко, что это все не наше, да? Вот, но надо будет обязательно развиваться дальше на этой карте. Я думаю, вам интересно приобрести все поля. Ну и современную технику. Если вам, конечно, интересно. А если не интересно, я уйду на этой карте играть чисто для себя. Вот, без записи видео. Так. Проезжай. Заправка лукойловская. Ни разу пока не заправлялся. Да мы пока... Что у нас тут? Поездок длинных никуда нету. Техника работает на маленьких наших полях, поэтому и топливо-то особо не израсходовалось. Так. Залетаем на разгрузку. Так. Давайте, может быть, включу худ, чтобы посмотреть, почем продадим и сколько заработаем. Ну и разгружаемся. Ну вот, тут хотя бы в плюс вырвались, уже хорошо. Неплохой, кстати, плюс вырвались. 9800 мы получили доход от продажи урожая. Неплохо, неплохо. Так, ну и возвращаемся с вами на базу. Точнее, не на базу, туда к комбайну. В сторону базы. Вот, и смотрим, наполнился он или нет. То есть успеваю я так сгонять на транспортную компанию так далеко или не успеваю. Если, конечно, использовать поезд и везти сюда поездом, то есть именно вот эту точку продажи, станция, то это, конечно, очень долго по времени. Если только просто отвезти... Блин, а это хорошая идея. Так, давайте я остановлюсь. Мне нужно кое-что проверить. Если мы везем в депо, там разгружаемся. Что у нас тут, кстати, станция принимает? А у нее, кстати, все цены хорошие, да? Ну, не все прям, но, допустим, рапс лучше так продавать. Вот, что тут еще у нас по хорошей цене? Ну и получается бобовые. Остальное как-то средненько или вообще низкая цена. Так. Ну вот, кстати, рапс можно попробовать из хранилища продать именно... отвезти на поезде урожай. Вот, я думаю, тоже будет так интересно проехаться. Взять в аренду локомотив у РЖД. Набрать вагон. Я, кстати, не знаю, сколько там в вагон вылазит урожай. Ну и отвезти, продать именно поездом. Железной дорогой.
Разогнал 90. Идет, смотрите. Так, тут уже повороты у нас начинаются. Но 90. Идет ЗИЛ. Блин, Волга нас посадила в бугор. Давай, давай. Так, ну и где наш комбайн? Не видно его пока на поле. Где-нибудь с того края. Давайте проедем тогда с того края глянем. Еще ходит. Я думал, уже стоит, ждет. Пока еще ходит. Ну, это замечательно. Я думаю, что где-то здесь машина 2 будет. В общем, это поле с баблами я вывезу, все продам, заработаем деньжат, ребят. Ну и тогда вон то поле уже тогда будем возить на ток. Там у нас, по-моему, рапс, да? Если я не ошибаюсь, давайте глянем. Что у нас тут растет? Да, рапс растет. Вот, и первое поле мы тогда с вами вывезем на ток, а с тока потом вывезем в депо и поездом вывезем урожай на продажу. Ну, может быть, там спрос какой-нибудь появится. То есть это не прямо уж так срочно вывести весь урожай. Мы сейчас, в принципе, и так уже в плюсе, у нас десятка есть, там, грубо говоря, да. Вот, может быть, 1015 мы сейчас снимем с этого поля, с вот которого сейчас убираем с балболами. И этого нам на первое время жизни хватит. Может быть, какую-нибудь технику тоже приобретем. Будет видно. На этом все, пока. Увидимся в следующей серии. Смотрите другие видео на моем канале. Всем удачи, ну и пока-пока.